Всем привет! С вами Борис Никитенко. Сегодня в своем маленьком ролике я покажу, как я выправляю раструб саксофона. Вот саксофон, видимо, побывал немножко за линией фронта, вот, и раструб у него чуть-чуть помялся. Сейчас я этот раструб восстановлю с помощью специальных вот таких вот фасонных оснасток. Как я это делаю. Так, значит, с помощью вот этих вот оснасток сейчас мы поправим вмятину раструб. Можно показать даже вот здесь вот крупным планом вот тут. Вот сюда. Вот. Вот у нас раструб на линии. Как с завода. Не повреждает лаковое покрытие саксофона. Ну, сейчас вот тут идеальная форма. Никаких намеков на вмятины нет. Раз уж стал каким и был. Вот так я это делаю, выправляю раструб. Вот, хотел вам, собственно говоря, что показать. С вами был Борис Никитенко. До новых встреч, до свидания, берегите свои дудки.